Добрый вечер! Сегодня у меня вечер, и я записываю эту программу, чтобы ее кто-то увидел утром, кто-то увидел днем. Какая разница? Главное, чтобы кто-то увидел. Ну и я, конечно же, в первую очередь надеюсь, что увидишь ее ты, родная, потому что цикл так называется «Разговор с женщиной». И цикл этот укладывается в проект неизведанная планета человек. Я Владимир Симонов, и сегодня мы с тобой продолжим наши с тобой беседы. И это именно беседы, в которых никто никому ничего не учит, но делится счастьем проживания этого удивительного мира, который благословителен для человека вообще и для тебя, любимая, в первую очередь. Ну и начнем с письма 300, 304. Всегда рядом с человеком кто-то наблюдает, помогает, в минуту нерешительности подталкивает. Этот кто-то – ты, высший. И рядом всегда два его представителя – он и она. Он в народе зовется ангелом-хранителем, а она – ее величество, смерть. По отдельности они представляют грани жизни, а вместе человека физического мужское и женское начало. Он и она объединяются для правления человека. Они выступают великими учителями человека и ведут человека, сопровождают до момента, когда человек растворяется в пространстве, в потоке существования. А происходит это или в результате роста сознания, или вследствие земной смерти. Вот такое письмо начинает нашу программу с тобой. Естественно, поэтические образы они э, больше выводят не на информацию, а на чувствование. Но действительно в народе есть такое поверие, что за каждым стоит ангел-хранитель. И ангел-хранитель представляется по-разному, то с крылышками, то мальчиком каким-то, то, то еще чем-то. Но в моей интерпретации ангел-хранитель – это женское начало, которое человека все время сопровождает и, более того, определяет его с рождения, ведет его и благословляет на рост сознания. Женское начало – женщина. В то время как мужское начало, оно имеет начало и конец, ибо оно больше связано с физическим миром, с тем, что проявляет женское начало. Но если женское начало и бессмертно, ибо это наша божественная суть, то мужское начало, оно рождается, оно сопровождает это воплощение женского начала и отпускает для того, чтобы Родился ангел, новый ангел, который, в общем-то, человечеством определяется как какая-то там неведомая плоть. На самом деле, моей интерпретации, поэтической интерпретации, ангел это женское начало. И оно практически действительно опекает человека, потому что женское начало и воплощается импульсом света в каждого. А уже мужчина рождается или женщина рождается, от этого зависит уже творческая самоизация. Ибо качество творческой самоизации разное. Если женщина предназначена для того, чтобы принимать энергию света и транслировать ее в жизнь, обеспечивая процессы жизнетворчества, то мужское начало существует для того, чтобы принимать этот свет и реализовывать в мысли, в дела, в действия, в открытия, и все остальное, что связано с деятельностью человека. Письмо 315. Только освободив себя от себя, можно встретиться с Богом. Там, где ты, Богу нет места. Там, где ты все занято. Чтобы Бог мог войти в тебя, ты должен как минимум потесниться. И чем качественнее и решительнее ты свернешь себя, чем больше ты освободишь пространство, тем вольготнее и комфортабельнее, естественнее и божественнее будет Богу в тебе. И с этого только все начинается. Ибо все необычное на Земле божественно, с этого начинается любовь, с этого начинается растворение, с этого начинается все, что так прекрасно и удивительно, и что называется таким простым словом жизнь. В наших программах разговор с женщиной с 1 по 30, сегодня будет 37 программа, мы все время говорим о том, что человек рождается с предназначением. И это предназначение, оно импульсом света, которое характерно для женского начала, оно внедряется в тело человека. И человек, развиваясь, эволюционируя в росте сознания, он практически развивается своей божественной сутью, ибо его тело, скафандр, он только существует для того, чтобы вот эта божественная суть могла адаптироваться к реальности. И вот человек рождается, он абсолютен, он тотально божественен, но по мере воспитания, обучения и всего-всего остального происходит адаптация к социальной среде. К языку, к национальности, к религии, к партийности, всем, всем тем атрибутам, которые человечество надумало, напридумало вот, в течение своего эволюционного развития. Но на каком-то этапе человеку становится неуютно в этом пространстве. И если такое происходит, то это и характеризует, что человек хочет вернуться к своей божественной сути. Он должен здесь, он хочет быть не просто здесь каким-то проходящим явлением, а он хочет быть тем, для, как и, как и, кем его родили. И вот в этом случае как раз это поэтический образ и говорит о том, что Богу в тебе места нету, пока ты социален, пока ты полностью под, под властью на Григору, своей страны, своего пространства энергетического. Богу некуда войти, то есть божественной своей сути невозможно реализовываться. Это все перекрыто тяжелым грузом ответственности социальной на то, чтобы быть как все. Но когда ты себя освобождаешь от зависимости от социума, насколько это возможно, естественно, тем, тогда только происходит вот это вот встреча со своей божественной сутью, которую можно познавать, которую можно медитировать, с которой можно молиться, и ты медленно, медленно совершаешь шаги по ступеням духовного роста, который определяется ростом сознания. Об этом письмо 315. А вот такой комментарий от Симонова здесь есть в этом письме. Есть комментарий от Симонова. Сейчас я посмотрю, только один или... О, да он громадный комментарий. Ты знаешь, родная, я тебе посоветую его прочитать самой, потому что это хороший комментарий к этому письму. Ты можешь найти это письмо, 315 в книге «Время, время женщины». Я практически там, там, есть выдержки из этих писем о красоте, в полном объеме, которые мы только готовим к изданию. И сейчас она происходит, проходит верстку, это эти три книги. А здесь, в книге серии «Миропонимание эпохи» выбраны книги, выбраны те письма, которые я использовал в курсе «Мужчина и женщина». И вот как раз вот в этом, это урок Q, и практически комментарий к этому уроку есть мы с тебе самой прочитать. для того, чтобы проникнуть в глубину этих удивительных слов. Письмо 316. воскресение Воскресенье из Парижа. Себя собою по себе, как по траве босой ногою, как до любимого рукою, словно летание в ходьбе. Осознанность – первозвучание, как фейверк из крестых нот, где ни пиано, ни фагот, но нежное соприкасание, но искренность, но чистота, но наполнение пространством после плутания и странствий, осознанная красота. Себя собою по себе, как по траве босой ногою, как до любимого рукою, словно летание в ходьбе. Это удивительные строчки, которые написаны мной в Париже в свое время, которые характеризуют духовный путь. Никто не может за тебя, родная, пройти твой духовный путь. Ибо ты родилась здесь женщиной, ты предназначена для того, чтобы приносить весь на планету, на планете, о перспективе. И это твой путь. У другой другой путь. Вместе верстается палитра человеческой эволюции, а вместе с мужчиной совершается великий акт эволюционного развития человечества, которое характеризуется ростом сознания. Но как раз вот так точно выразить этот путь может только поэзия. Собой, собою по себе, как по траве босой ногою. Как до любимого рукою, словно летание в ходьбе. Ну и еще одно письмо, которое мы с тобой рассмотрим в, этом, в, этой, в этой программе Разговор с женщиной 37-й, письмо 317-е: Женщина это великая жертва, ибо реализуется через отдавание искреннее и естественное. А Бог кристаллизация великого женского начала, он дитя матери мира. Вот человечеству пришло время понять, что женское начало является первоосновой, первоистоком. И если, в общем-то, в течение длительного времени человечество молилось тем или иным богам, то это все следствие уже. И работа со следствием, она до поры до времени, ну, как бы решает задачи. Но самое главное – работать с первопричиной. А первопричина на земле связана с женским началом, то есть с женщиной. Из женского начала Бог, кристаллизация великого женского начала, Он – дитя Матери Мира. Отсюда совершенно иное востребовано отношение к женщине, как дитяти Матери Мира – Отсюда совершенно особое отношение к ответственности мужчины за творческую самолизацию этого дитяти матери мира. Каждая женщина, как наместница Матери Мира на Земле, она является матерью Бога. Именно поэтому для женщины Бог ближе и роднее, она чувствует его естественность и родственность. И когда ты женщину доверием вызываешь на себя, то мудрые учителя вовремя пригинаются, чтобы она за тобой увидела того, кому она молится, кого она благословляет, кого она боготворит. И важно очень, чтобы это не попадало на твою физическую суть, а чтобы за тобой она увидела Бога, потому что как только она увидит Бога, она увидит себя, ибо это ее дитяте. Бог это дитяти матери мира, то есть женщина. В то время как для мужчины Бог соперник которого вначале хочется подчинить себе, а затем, если приходит соответствующий уровень сознания, к ногам которого он приносит знамена, самости надо полагать. То есть для мужчины Бог – это соперник. И поэтому вот мне, например, безумно неинтересно работать с учениками мужчины. Было неинтересно тогда, когда я как бы реализовывал свое духовное развитие через работу с учениками. Такие периоды бывают. И вот я как-то так сразу почувствовал, что с мужчиной ты, 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 ты не можешь быть самим собой. Тебе не нужно их доверие. Тебе нужно, чтобы они признали за тобой право быть лучше, чем другие. Мне безумно нравится эта притча, когда один царь путешествовал со своим учителем, и они увидели в лесу, как на пеньке Появляется фигурка человека и исчезает. Появляется фигурка человека, танцующая фигурка исчезает. И царь спрашивает у своего учителя, а твой учитель так умеет? И учитель царя отвечает о своем учителе. Мой учитель так умеет, а может так и не уметь? Вот это состояние, когда уметь, а когда не уметь, это характеристика величайшей мудрости величайшего прозрения учительского. И это прозрение возможно только тогда, когда ты ну, перестаешь быть соперником Бога. Все проходят через это. Все ученики рано или поздно бунтуют против своего учителя. Женщины нет. Женщины нет. Если она влюбляется, она вечно находится в доверительном состоянии, и сцепка настолько мощная, что ты не перестаешь ее чувствовать никогда. А вот мужчина, он начинает бороться, и на каком-то этапе он хочет быть лучше учителя. И это тоже эволюция, и это очень здорово. И настоящий учитель никогда не будет бороться, он отступит. Ибо главная задача любого прозрения. – это подойти к двери, которую открывать самому. Женщина находится и до двери, и после двери. То есть, если она тебе доверяет, она эту дверь пройдет, не заметив. А мужчине нужно это преодоление. Он этими испытаниями растет сознание. Поэтому его важно очень подвести к двери и сказать, давай. Как сержант, который толкает взад солдатика, который первый раз прыгает с парашютом, он уже готов. Но страшно же. Тут есть хоть какой пол в самолете. А надо прыгнуть в бездну. И поэтому очень мало кто сам может сделать этот шаг. То есть практически вот иногда приходится насильно толкнуть, чтобы он почувствовал эту, эту радость свободы. Конечно, он, если этот страх он не преодолеет, то потом второй раз он не сможет прыгнуть. А вот если он преодолеет, то я знаю людей, которые прыгают с парашютом, и это их, это их упоительное приключение. Женщина не рассуждает. И в случае с Богом любит и все. Бог иногда подменяется просто мужчиной, то, о чем я говорю. Путаница не страшна, только до определенного момента, после которого вот крах. Реже подменяется учителем и совсем как невозможное собой. А вот это вот, вот важно очень провести, потому что в первую очередь женщина в тебя влюбляется как мужчину. Она тебе доверяет твоим знаниям, твоим прозрениям, твоим, твоим испытаниям. Она тебе себя доверяет как мужчине. Потом она доверяет тебе как Богу, она тебя боготворит. Это происходит с любой женщиной. Любая женщина на первом этапе мужчину своего боготворит, только она боготворит физическое чаще всего и за этим физическим не открывает Бога, потому что мужчина выбран несостоятельной мечтой. А вот если она попадает на настоящего учителя, то она за твоей спиной может увидеть Бога. И только после того, когда она увидит Бога, ты можешь ей сказать, так ты его и родила, этого Бога. Ты можешь, ты способна, ты предназначена для этого. Мужчина стремится к должности Бога, а женщина просто любит. Женщина к любви Бога. К ногам Бога она приносит только свою любовь. Кроме себя больше ей не отдавать нечего. Она изначально пуста, она изначально девственна, она изначально сданная. Я много говорил о самости, и мои испытания показывают, что самость – это характеристика больше мужчины. Женщина, если она сохраняет в себе женственность, она лишена самости. Ибо она все и вся. Если Бог это абсолют палитры света, то любовь это Бог, любовь это и есть палитра света. И для женщины любовь это естественная среда обитания. Тебе ли это не знать, родная? Тебе ли это не знать? Тебе ли это не чувствовать? Соответствующий уровень сознания позволяет, приводит, проявляет ей и ее, ее Бога, как дитя Матери Мира, ее женщины дитя. Бог не есть мужское начало. Бог вообще не есть. Бог – это все и всегда. Тогда Бог – это единство мужского и женского начала. Но в отличие от энергии Матери Мира, содержащей это единство. Удивительные строчки. Удивительные строчки. Я как-то уже говорил, что мужчина отдельно, и женщина отдельно, это не человек. Человек, когда женщина и мужчина соединяются в любви и обретают третье пространство, и чем выше мечта, характеризующая это третье пространство, чем больше она соответствует эволюционным задачам развития человечества, человечества, тем счастливее сотрудничество этих двух людей, мужчин и женщин. Но женское начало определяет эту мечту, а мужское начало ⁇ реальность этой мечты и достижение этой мечты. И вместе они способны родить перспективу. По, по иерархии сознания единость человека разделена на женское и мужское начало. Но на эту хитрость существования выдала гранд Богу для того, чтобы пути эволюционного развития были человеком обнаружены только в тот момент, когда он примет человек благодаря соответствующему уровню сознания необходимость достижения единства мужского и женского начала, внутреннего единства. Какие красивые слова. Единство. Это величайшее эволюционное достижение, когда мужчина и женщина обретают единство. Дальше самое интересное. Как только человек достигнет гармонии мужского и женского начала, тотчас он трансформируется энергетически в Бога, а значит в грань матери мира, то есть станет женщиной. Справедливости ради необходимо заметить, что та женщина, это, конечно, не женщина физическая, как мы ее сегодня видим, но все-таки женщина. Да, я, мои исследования показывают, что эволюционное развитие человека, духовное развитие человека, оно практически имеет своей целью достижение вот этого, вот этого состояния женщины. То есть это палитра всего и вся, превосходящая даже палитру Абсолюта Бога. Ты понимаешь, родная, какая у тебя удивительная роль на этой планете? Ты понимаешь, родненькая, как удивительно... Благословительно существование дарит тебе тебя. Но ты же тоже не ленись. Ты же тоже уж постарайся как-то. И о мечте подумать, и о перспективе, не стремясь достигать каких-то сиюминутных реалий физического мира, которые в лучшем случае разочаруют, в худшем случае погубят. Услышала, родная? Это был разговор с женщиной, цикл разговор с женщиной, 37-я наша встреча. И это проект «Неизведанная планета. Человек». Всего самого-самого наилучшего.